Все мертвы? Почти, но не все. А где остальных? Неделю убили Адамса. Что, правда? Он ворвался в кабинеты прямо во время переговоров с очередными иностранцами. Араби на него даже не посмотрел. Сразу пальнуло два раза. Да ладно. Ну, Адамс сам дурак. Тебе никто не говорил, что ты сукин сын. Но твоя жена меня любит. Постойте. Чисто. На мосту еще двое. Надо их убрать. Подожди, пока проедет грузовик. Вали их! Идем! Сними их побыстрее.
справимся. Чисто. Чисто? Да здесь вообще ни души. Николай, фабрика — это тупик. Макарова не видно. Должно быть, он переместился в штаб ополченцев в центре города. Идем туда. Внимание, у нас гости. Нас заметили! Крупный отряд ополченцев. Значит, устроим им теплую встречу.
Юрий, миномет на крыше твой!
спугнули. Вытаскивай нас отсюда. Как думаете, что забрал Макаров? Вот найдем гада, сами у него спросим. Ici la station Corse, nous avons intercepté un message crypté. Idon, that's it to go London now. Prévenez les renseignements britanniques que nous avons un problème. Французы перехватили сообщение об отправленном в Британию подозрительном грузе. Мы опознали судно? Нет, сэр. Звонок поступил с номера во фрегата Industries. Поднимите Ми-5 и сообщите им о непосредственной угрозе. Джентльмены, что нам известно? Ничего конкретного. Особый отдел работает, но мы советуем поручить САС работу с угрозами первого уровня. Соедините с Хэрифордом. Мэм, насколько я понимаю, неизвестные лица ожидают посылку. Передаем вам возможное местоположение врага. Имейте в виду, никакой информации о самом грузе у нас нет. Принято. Моя команда уже готовится. Мы будем на месте в течение часа. Не волнуйтесь, что бы они ни задумали, мы этого не допустим. Видимость хорошая. Принято, Браво-6. В доках находятся грузовики с надписью «Всемирная благотворительность». Полагаем, они являются нашей целью. Интересный подход к благотворительности. Грузовики покидают доки. Наш источник сообщил, что именно они везут. По данным разведки, груз прибыл из-за границы. От наших целей особой важности. Внимание, один из грузовиков все еще в доках. Почему бы не вызвать сюда спектр и не потопить все это к чертовой матери? Это слишком важно, Браво-6. Вертолеты обеспечат прикрытие с воздуха. Давайте просто разберемся с этим делом. ИК-датчик обнаружил источники тепла в районе складов. Прежде чем заняться грузовиком, мы должны очистить эти здания. Моя команда берет первый склад. Браво-9 займется вторым. База, время уходит. Мы готовы приступить. Вас понял. Всем командам даю добро. Начать выполнение. Ладно, перед нами склад. Бернс, мы наступаем. Ты зачищаешь. Стрелять по усмотрению. Дорога свободна, идем. Еще двое внутри. Постарайся не разбудить их.